Председатель торгово-промышленной палаты и депутат муниципального совета Владислав Рымша посетил совет ветеранов Ленинского городского округа, чтобы поздравить с наступающим Новым годом бывших узников фашистских концлагерей и вручить им подарки. Анатолий Кириллович, позвольте вас поздравить с наступающим Новым годом, пожелать вам здоровья, счастья, чтобы вас никто не болел, чтобы вы еще долгие годы нас радовали, были вместе с нами. Ветераны остались очень довольны подарочными наборами от торгово-промышленной палаты. Для них 2020 стал особенным годом из-за юбилея победы в Великой Отечественной войне. И им очень приятно, что о них помнят и не забывают. Обзванивали наших узников и говорили, что вас ждут подарки, посвященные 75-летию победы и посвященные наступающему Новому году. Вот, радость у всех была запредельна. Несмотря на почтенный возраст, члены ветеранской организации стараются вести активный образ жизни, занимаются патриотическим воспитанием и участвуют в памятных мероприятиях. Узники фашистских лагерей – это особая наша часть нашего общества. Это люди, дети, которые, детство в которых было опаленное войной. Они не видели этого, так сказать, что сейчас видит наша молодежь. Поэтому они очень трогательно к все это относятся, к этим мероприятиям. Вот. И мы счастливы, то, что они еще вот приходят, знакомятся здесь, выступают в школах там и так далее и тому подобное. Поздравление ветеранов накануне Нового года для Владислава Рымши уже становится традицией. В прошлом году он также приезжал с подарками и считает своим долгом заботу о людях поколения победителей. Особенно в сегодняшнее сложное время, когда страна и весь народ переживают непростые времена, связанные с коронавирусной инфекцией, мы решили порадовать ветеранов, узников, которые за всю свою жизнь очень сильно страдали, да, и я думаю, что в сегодняшней ситуации будет очень приятно и им, и нам поздравить их с наступающим Новым годом, подарить им подарки. Подарочные наборы получили все члены общественной организации. Дмитрий Книга, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ.